Добрый день, это я, Мира Тодоровская, вернувшаяся из Польши, где я сняла фильм. Было очень непросто, потому что мне приходилось брать съемочную группу в Польше и режиссера в Польше и делать это все в Польше. Сейчас мы стоим перед проблемой, как из всего материала, который мы сняли, очень интересного материала, сделать кино. Потому что пока ты снимаешь, это всего лишь киноматериал. И только потом, когда ты его монтируешь, озвучиваешь, пишешь музыку, из этого получается кино. Чем сейчас я буду заниматься уже с русскими своими коллегами? Мне было нелегко, можно даже сказать, очень тяжело, поскольку Министерство культуры наотрез отказалась финансировать сценарий, последний сценарий Тодоровского. То есть, не получив никакого финансирования, мне пришлось выходить из положения самой, как я могу. Ну, в частности, могу сказать, что мне пришлось продать нашу общую с Тодоровским квартиру и фактически на эти деньги снять материал. Но материал – это только основа для того, чтобы сделать фильм. Сейчас мне по-прежнему нужны деньги для того, чтобы смонтировать фильм, озвучить его, написать по нему музыку. И еще много-много всего предстоит впереди. Спасибо большое.